Мастерская для художника – это его второй дом. Здесь происходит самое сокровенное – процесс творчества. Иногда длящийся годами, иногда стремительный, но всегда непредсказуемый и захватывающий. Выставка под названием «Мастерская» объединила 20 работ Александра Климохина, половину из которых зрители еще не видели. Думаю, не стоит говорить, что для художника значит мастерская. То есть там проходит большая часть жизни. Вот, без выходных, без отпусков. Вот, все в мастерской. Поэтому складывался в течение лет такой цикл. То есть атрибутика, вот, модели. На холстах виды мастерской, привычные для художника вещи, которые помогают в работе. И, конечно, музы. Супруга Елена Климохина, Ирина Хаустова, Татьяна Хейфиц. Для кого-то они не более чем коллеги. Для художника эти женщины – источник вдохновения. Симпатия должна быть. Например, кого-то я знаю долгие годы. И нет, то есть я не каждого, конечно, далеко не каждого я рисую, именно чтобы мне этот человек нравился, внутренне даже, не сколько внешне, потому что, ну, это тоже имеет значение, но все-таки что-то бы связывало, что-то большее. Ну, имеется в виду, ну, какая-то душевная или какая-то вот такая человеческая привязанность даже. Когда модель впервые приходит в мастерскую, для нее там все удивительно. Это особый мир, атмосферу которого Александр Климохин постарался передать через свои работы. У посетивших творческую мастерскую однажды теплые воспоминания остаются надолго. Мне царит порядок, в ней очень уютно, всегда прохладно, пахнет краской. Не знаю, мне очень нравилось туда приходить, там своя атмосфера. И, в общем-то, не знаю, эти вечера я буду вспоминать с огромным удовольствием. Благодаря экспозиции «Мастерская» у зрителей появилась возможность посмотреть, в какой обстановке работает живописец и как рождаются произведения искусства. Не так часто художники пускают кого-то в святую святых. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.